ЕС требует от Турции соблюдать Европейскую конвенцию по правам человека и обязательства по защите свободы прессы. Соответствующее заявление сделал генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд. Он назвал серьезными события вокруг газеты «Заман», известной критикой президента Эрдогана. В ночь на субботу полиция жестко, водометами, слезоточивым газом и резиновыми пулями разогнала митинг сторонников издания, которые опасаются его закрытия. Основания для беспокойства есть. На днях в газете было введено внешнее управление, а после назначения так называемых попечителей недавно уже закрылся ряд СМИ. Несколько изданий, два телеканала и радиостанция.